Как научить ребенка быть самодостаточным? Все мы находимся на шкале самодостаточности в том или ином месте, да, то есть абсолютно полностью самодостаточно тоже, наверное, нежелательно, потому что тогда человек не будет искать совершенно контакта с другими людьми, он будет полностью в своей скорлупе самодостаточным, и никто не нужен. То есть какая-то степень не самодостаточная, она все-таки важна в жизни. Но, конечно, мы не хотим говорить о том, чтобы человек был совершенно не самодостаточным, чтобы любой кто-то мог его сбить с мысли и поменять его мнение. Как научить этому ребенка? Дать ему понять и дать его научить разбираться в себе, в чем его сильные стороны, прислушиваться к его мнению, то есть мы очень часто ребенок что-то говорит, мы его перебиваем, он что-то высказал о чем-то свое мнение, свое суждение, мы говорим, какие глупости, о чем ты говоришь. И потом удивляемся, почему он так легко принимает мнение чужих детей, почему он идет у них на поводу, что у него нет своего мнения, у него нет головы на плечах. То есть с маленького возраста, даже когда человек маленький хочет нам что-то рассказать, высказать и выразить ему свою заинтересованность, желание выслушать и послушать. Не обязательно согласиться, да, родители пугаются, что должны соглашаться с любыми глупостями. Никто не обязывает вас соглашаться с любыми глупостями, но ребенок говорит не так много глупостей абсолютных. Очень часто в том, что он говорит, есть какое-то зерно, какая-то доля правды, какая-то доля здравого смысла, и эту долю можно найти, и можно ее развить, и можно показать, смотри, это очень интересно, очень важно то, что ты сказал, да, действительно, я тоже так думаю, смотри, как ты здорово это описал. И то, что он делает, высказывать ему уважение к тому, что он делает. Он нарисовал, даже вам не нравится этот рисунок, вы считаете, что просто он неважный, и это то, что он сделал. Как-то он себя проявил в этом мире. Родители — это первые люди, которые выскажут ему уважение к тому, что он проявляет, к его мнению, к его словам, к его поступкам, к его действиям. Тем самым ребенок учится находить точку опоры в своей личности, оценить свое мнение и находить себя как личность.